мама с папой тоже поехали в больницу. Вы там не встретились? Она не слышит нас. Где-то далеко отсюда. Сестра, послушай. Толга встанет на ноги. Все будет хорошо. Не переживай, правда. Ответь же, глупышка. Кто-то названивает. Алло, это Же. Позови Джейлан. Она не в состоянии говорить. Что с ней? Молчит. Ладно, я еду к вам. Кто это? Дядя Коркут. Что говорит? Едет к нам. Сестра, возьми себя в руки. Не стоит так переживать. В могилу себя сведешь. Конечно, мы понимаем, вы друзья, вместе выросли. Но зачем так убиваться? Помолчи, ради бога. Посмотри на нее, она сама не своя. Сестра, скажи что-нибудь. Что ты здесь делаешь? Заговорила? Все еще молчит. Эй, ты куда? Туда нельзя. Толга пришел в себя. Хочет тебя видеть. Уходи отсюда. Ты не слышишь меня? Толга хочет видеть тебя. Я приехал за тобой. Зря теряешь время. Я никого не хочу видеть. И что? Так и будешь сидеть здесь одна? Именно так и сделаю. Не буду выходить из своей комнаты. Это моя вина. Оставь меня. Отпусти меня. Пусти, Корку. Пусти меня, я никуда не поеду. Коркут, пусти меня, я не хочу. Коркут, Коркут, не поеду никуда. Что происходит? Куда ты ее уносишь? Не видишь, ей так плохо, она не поедет. Умоляю, я не хочу. Я должен. Коркут, пусти. Коркут, прошу тебя. Я не хочу. Не надо, Коркут. Я не хочу. Я не хочу в больницу. Как ты не понимаешь? Будто сама что-то понимаешь. Ничего ты не понимаешь, потому что ты маленькая глупышка. Прошу тебя, Коркут. Не вези меня туда. Я не хочу. Коркут, умоляю, не надо. Я не хочу.
Я не поеду. Не хочу. Не хочу, Коркут. Не хочу. Пойми же ты. Коркут. Садись в машину. Ты поедешь со мной. Я не хочу к Толге. Ты не потащишь меня силой, понятно? Вот как? Значит, ты плохо меня знаешь. Садись в машину. Себя чувствую. Ты не видишь? Прошу тебя, не надо. Джейлан. Я буду рядом до самой смерти. Никогда не оставлю тебя. Но сейчас, в такой ситуации, я не могу выполнить твою просьбу. Ты поедешь со мной.